Анталия – это красиво. В какую сторону ты не повернешь камеру своего телефона, тебе откроются виды на уровне телеканала National Geographic. Это и море, прекрасное в любое время года, и огромные парусники в гавани старого города, и горы, и пешеходные улицы в центре, и колечи, старый город, и панорамный вид на пляж. Тут ты получаешь эстетическое удовольствие на каждом шагу, а первое время хочется сфотографировать каждую пальму. Анталия – это вкусно. Это и знаменитый турецкий фастфуд, и знаменитые турецкие сладости, а также сезонные овощи, фрукты и молочные продукты. В любое время года тут созревает немыслимый по вкусноте инжир, шелковица, гранаты, грейпфруты, апельсины, хурма и оливки. Отдельная тема – многообразие сыров, знаменитый турецкий йогурт и айран. Анталия – это чисто. В Анталии нет ни одного производства. Это не промышленный город, а это чистый воздух без примесей. Это голубые флаги на пляжах, означающих чистое и безопасное море. Это контроль за выхлопами транспорта, а в случае превышения хозяину грозит штраф. И да, улицы здесь пылесосят, по крайней мере, центральные. Анталия – это детский рай. Больше детских площадок, детских бесплатных мероприятий и представлений, фестивалей, познавательных курсов на разные темы, которые регулярно проводят все торговые центры, вы не увидите нигде. В Анталии очень просто сделать вид на жительство. Это недорого, и даже на туристическом основании можно жить годами, постоянно его продляя, не покупая недвижимость и не выходя замуж за турка, что немаловажный фактор. Конечно, из самых важных плюсов – это теплая солнечная погода, практически круглый год. И, конечно, Средиземное море в шаговой доступности в любое время года, в любое время суток – это плюс, который для всех перекрывает многие минусы. Анталия – это доступная недвижимость относительно других стран на Средиземном море. Вы можете стать обладателем собственных апартаментов или дома у моря. Наши эксперты по недвижимости подберут вам идеальный вариант под ваши запросы и бюджет. Представляем вашему вниманию новый строящийся проект жилого комплекса в районе Хурмакон и Ялты. Спокойная и комфортная для проживания местность, где имеется развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка, государственные и частные больницы, школы, детские сады, ухоженная береговая линия, рестораны, кафе, парки, игровые площадки. Данный проект расположился всего 1,5 километра от благоустроенной набережной и моря. Расстояние до аэропорта составляет 19 километров, до Мигроса М5 – 4 километра. Вторичный базар в Лимане, сетевые маркеты и автобусные остановки в шаговой доступности. На продажу представлены квартиры и пентхаусы, планировки 2+1, 4+1 и коммерческое помещение общей площадью 700 метров квадратных, 2 этажа. Квартиры 2+1, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, 2 спальные комнаты и 1 санузел. Общая площадь составляет 90 метров квадратных. Пентхаусы, планировки 4+1, 5-комнатная квартира, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, 4 отдельных спальни, ванные комнаты, балкон и большая терраса. Общая площадь 180 квадратных метров. Все квартиры продаются с чистовой отделкой. Стоимость каждой квартиры входит в укомплектованные санузлы и кухонный гарнитур. Проект состоит из 1-4-этажного блока и имеет закрытую территорию. На территории комплекса имеется летний бассейн, детская игровая площадка, система видеонаблюдения и открытая парковка. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на март 2022 года. Строительная компания предоставляет удобный план оплаты, беспроцентная рассрочка до 12 месяцев, а первоначальный взнос всего 40%. Чтобы узнать еще больше информации о данном предложении, заходите на наш сайт rusproperty.ru. Номер объекта 97-87. Но актуальные цены и подробное описание вы сможете найти по ссылке в закрепленном комментарии. Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте нам лайк и напишите в комментарии, какие плюсы в Анталии по сравнению с вашим городом. Нам будет интересно.